Здравствуйте, добрый вечер, Шавуатов, Гутувах. Мы находимся с вами в 7-й брахе Шмона Эсра и говорили о брахе, которая связана с Геулой. И у меня есть довольно много еще материала по этой брахе, но я сегодня хочу в связи с тем, что я неожиданно обнаружил, что скоро Пейсах, так вот неожиданно он всегда приходит, то я думаю, что правильно нам сегодня попытаться обсудить некоторые из вопросов, связанные с Геулой Пейсаха. Потому что первая Геула, которая у нас была, первая Геула, которая была для всего Амисраэля, это Геула, связанная с Пейсахом. И я не знаю, может быть, я дам по этому поводу одно занятие, может быть, два занятия, которые осталось перед Пейсахом. Посмотрим, какие вопросы будут возникать и так далее. Начну с того, что я должен ответить на вопрос, который мне был задан. Я попытаюсь сделать такие возможности для всех, что если будет вопрос, то я смогу отвечать на этот вопрос сразу же в начале следующего урока, если вопрос был задан в предыдущем уроке. Сейчас мне задали вопрос, касающийся второй брахи, как задавал, думал задающий вопрос. На самом деле он касается столько же седьмой брахи, сколько второй. Вопрос, который был задан такой вопрос. Написано во второй брахе, и кто подобен себе хозяин всех сил, и кто подобен себе царь, который умертвляет, оживляет и выращивает спасение. И мне был задан вопрос, почему оживляет, а потом выращивает спасение. Ведь на первый взгляд оживление – это и есть выращивание спасения, которое есть в Амисраэле. Мне кажется, что на прошлом уроке мы частично дали ответ на этот вопрос. Я, тем не менее, попытаюсь дать его еще раз на этом уроке. Когда мы говорили про седьмую браху Шмона Эсра, то есть в прошлый раз, мы говорили о брахе, которая связана с Геулой, и обсудили о том, что существует несколько этапов, связанных с Геулой, с освобождением народа Израиля. И вот этапы, о которых мы говорили, что первый этап, который происходит, это этап, связанный с тем, что Акодыш Баругу воскрешает тела умерших, и душа человека возвращается в тело, и человек с очищенной душой, которая находится на более высоком уровне, может лучше соблюдать мицвот, потому что тело оказалось на более высоком уровне, и он может попасть в это состояние, в мир, который называется мир награды. Но все это длится определенное количество времени. После этого наступает седьмое тысячелетие, которое называется Элев Шекало Шаббат, тысячелетие, которое целиком является Шаббатом. И это тысячелетие, по сравнению с, даже со временем воскрешения из мертвых, находится на несоизмеримо более высоком уровне. И это то, что называется, может быть, это то, что называется Ишуа, спасение, которое называется Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком состоит из Шаббата. Таким образом, если мы так будем обсуждать, и так вроде бы, как написано в Геморе Сангедрин на Дафе Цадизаем, то получится, что седьмое тысячелетие мы можем назвать Ишуа, Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком состоит из Шаббата, а время Ткиязамейсим – это только время, которое находится на дарге, которое на мадреге, на уровне, которое Магараль объясняет как мадрега, которая соответствует Йомтову, празднику, который находится перед Шаббатом. И праздник – только подготовительный этап к субботе. И только настоящий Ишуа – это то, что называется Шаббатом. Таким образом, с помощью этого Магараля и с помощью этой гемори Сангедрин Цадизайн я ответил на вопрос, почему именно такой порядок слов предложения, о котором мы говорим. На самом деле есть еще некоторые дополнения, которые существуют у нас, некоторые добавления к этому. Добавление Рамхаля. Рамхаль говорит о том, что мы, когда говорим о седьмом тысячелетии, тысячелетие, которое называется Йом Шекуло Шаббат, то когда мы говорим об этом, мы говорим о том, что это еще не конец замысла творения. И Рамхаль пишет, что после этого есть еще восьмое, девятое и десятое тысячелетие, в каждом из которых будет новая мадрега, поскольку существует 10, на самом деле, сферот, 10 уровней. Мы говорили только про первые 7 из них, 7 тысячелетий соответствует только 7 первым уровням. Есть еще 3 уровня, в каждой из которых мы будем подниматься все выше и выше. И в 10-м тысячелетии, в 8-м, 9-м и 10-м тысячелетии мы даже близко не можем представить, что в них находится. И об этом пишет Рамхаль, сказано, что «Афилу айн навилу ра хуц мегашем золотейха» – «Даже пророк это не видел, кроме тебя, Всевышний». То об этом в этих тысячелетиях, на этих уровнях душа будет властвовать в этом мире значительно больше, чем тело. Сегодня, нравится нам или нет, но мы об этом еще немножечко поговорим чуть позже, но сегодня
геркеф, соединение между телом и душой, находится на таком уровне, что душа, она находится в подчинении у тела. И тело, к сожалению, владеет нами больше, чем душа. И с каждым новым этапом жизни это будет иначе, и душа все больше и больше будет находиться выше и выше. Теперь я хотел бы обратиться к теме Пейсаха и задать несколько вопросов, связанных с Пейсахом. Поскольку у нас нету сильно много времени, всего два урока, то я хочу сейчас начать с такого момента. У меня перед глазами нету Агады Шель Пейсах, и поэтому я могу воспользоваться тем, что я помню наизусть, и я думаю, что вы тоже это помните. Если у меня будут какие-то неточности, вы меня простите. Если у кого-то есть перед глазами Агада, то вы можете взять ее и посмотреть. Агада Лайла Седер – это довольно интересное событие. Событие, которое начинается почему-то с восходом, с выходом звезд, и продолжается минимум несколько часов, в общем, обычно до Хацо до Лайла, до полуночи, а в идеальном варианте, если хватает сил, то до утра, пока мы рассказываем про Митсу и Циат Мицраим, выходы из Египта и так далее. Но одновременно с рассказом о выходе из Египта, Седер – это порядок. В Седер Лайла Седер входит еще такая вещь, которая довольно неожиданна. Нам нужно кушать, непонятно зачем. Рассказывать митсу, рассказывать про выход из Египта – это понятная митсва. Но есть еще митсва устроить целую трапезу среди ночи, близко к хацоту, к полуночи. Когда люди хотят спать, вместо того, чтобы спокойно поучить Тору, поговорить, надо зачем-то кушать. И я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Рабан Гамлиэль говорит, что человек, который не сказал три вещи в Пейсах, не выполнил своих обязанностей. Лайла Седер занимает почти всю ночь. Но всю ночь провести Лайла Седер – это идеальный вариант, но это не мяков, это не задерживает. Я, честно говоря, не представляю себе точно, как, например, Рав Ицхак Зильбер, Зихлорона Цадик Левроха, проводил свой Лайла Седер в тюрьме. Мне трудно это представить, несмотря на то, что я немножко слышал от него, как это происходило. Я даже что-то читал в его книжке, слышал больше, чем читал, скажем так. Тем не менее, понять это и представить мне довольно трудно. Я слышал ни одного человека, не только его, как они проводили Лайла Седер в тюрьме. У меня были еще знакомые учителя, можно, наверное, так сказать, которые тоже, я не знаю, как правильно сказать, им не повезло или они удостоились провести Лайла Седер в тюрьме, потому что, с одной стороны, сказать, что им повезло, очень трудно, с другой стороны, понятно, что схуд, заслуга за этот Лайла Седер у них была огромна. Как правило, эти люди не сидели всю ночь в приятной компании, не пили 4 бокала вина, еще несколько бокалов между ними, и не рассказывали всю ночь перед Сият Мицраем, они делали этот Пейсах, Седер Лайла, Седер на скорую руку, если можно так сказать. Так вот, я бы хотел сейчас остановиться на нескольких моментах. Я не призываю вас в Хас ва-Шолом, не дай Бог, проводить так быстро этот Лайла Седер, но при этом мы должны знать, что есть основные аспекты Лайла Седер, то, что является основным. На больше у меня не хватит времени вас познакомить, может быть, в следующее занятие еще я что-нибудь скажу. Но сейчас я хочу назвать три вещи, без которых человек, они написаны в Агаде. Агада – это часть молитвы, часть Седера. Поэтому в наш мизгер, это наш молитва, урок по молитвам, это обязательно должно войти. Бифрат, особенно, что мы находимся в 7-й брахе Шмона Эсера, который рассказывает про Геулу. Это просто тема этой брахи, первая Геула, которая была. Говорит Рабан Гамлиэль, что человек, который не сказал трех вещей, не выполнил своих обязанностей в Седер. Эти три вещи – это Пейсах, Маца и Марор. Три вещи, которые мы обязаны сказать в Лайла Седер. Дальше Агада продолжает и говорит: «Маца зуши ану ахлим аль шума». Зачем мы едим эту мацу? И говорит Бааль Агада, что ради, мы ее едим из-за того, что не успело закваситься наше тесто в то время, когда мы выходили из Египта. И тесто, оно не успело закваситься, поэтому вынуждены были есть его, наши отцы, были вынуждены есть его бахипазон в скорости, потому что в бахипазон в скорости выходили из Египта, и египтяне гершу выгнали нас из Египта и не дали нам времени литмахмеха прождать там для того, чтобы тесто заквасилось, и мы бы сделали такой хороший торт со сливками и так далее. Вместо этого мы сделали только мацот, поэтому мы сейчас едим мацу. Когда я был маленький, скажем так, мне было лет 19, относительно молодой, и я только начинал соблюдать мицвот, один человек задал мне вопрос. Человек, который не начал соблюдать мицвот, ему было в то время лет 50-55, умный человек. И он задал мне вопрос. Он был учителем иврита в городе Ленинграде, один из учителей. И он задал мне вопрос. Скажи, пожалуйста, 600 тысяч человек, мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, выходили из Египта. С
ними некоторое количество женщин и детей, группа 2 миллиона человек. Он это прочитал в Мидраше, так оно и есть. Порядка 2 миллионов человек выходили из Египта. Чтобы спечь мацу, которая будет не мацой, а хлеб, нужно 18 минут. Если больше 18 минут, 18 минут и 1 секунда, это уже не маца, это уже хлеб. Сколько времени нужно, чтобы 2 миллиона человек, включая женщин и детей, и умножить на то, что они евреи, сколько нужно для того, чтобы они вышли 20 метров, если я не говорю, вышли из страны? Неужели за это время не могло закваситься некоторое количество тонн хлеба, с учетом того, что даже они собрали бы урожай? Я был молодым, и мне было тяжело ответить на этот вопрос. И ответ на этот вопрос у меня сегодня есть. Я подойду к ответу на этот вопрос. Но до того, как я отвечу на этот вопрос, я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Или, может быть, я сделаю иначе. Сегодня я отвечу именно на этот вопрос, а следующее занятие посвящу другой теме. Я хочу обратить ваше внимание на такое предложение в Торе. Гемора, Талмуд, говорит, я сейчас сказал, что это Талмуд, и сомневался, я не помню, написано ли это в Талмуде. Раша приводит на комментарии на Хумаш, Раша это я точно помню, удобно очень. Раша приводит такую вещь, что есть несколько вещей, 2-3 вещи, который Моше Рабейну не сказал так, как ему сказал Творец. Творец сказал одним способом, Моше взял и изменил. И эти вещи, которые Акодыш Бору и Скималидо, Всевышний согласился с Моше. Нас сейчас интересует одна из этих вещей. Вещь такая, что «Вейомар Гашем Эль Моше» сказал Всевышний Моше, «Пойди и так скажи фараону, бе хацот галайла, в хацот галайла в полночь, выведу, будет казнь первенцев, и евреи выйдут из Египта». Отвечая, дальше, через несколько предложений, сказано: «И пришел Моше и сказал фараону, кех отсода Алайла, около полуночи сказал, сказал Всевышний, что он выведет тебя из Египта». Говорит Раша: «Гвалт, авария, катастрофа. Моше Рабейну получил приказ, пойди и скажи фараону, в отсода Алайла будет казнь первенцев». Приходит Моше и говорит: «Около полуночи будет казнь первенцев». Говорит Раша: Моше Рабейну это сделал не случайно, он не оговорился. Он подумал, что у фараона могут быть плохие электронные часы, плохо работать, ненаведенные часы. Такое бывает даже в компьютерах иногда, что часы плохо работают. Так вот, часы не сработают, спутниковая связь плохая. И фараон, который пользуется исключительно солнечными часами, если кто-то из слушающих меня еще помнит, что такое солнечные часы, то он знает, что солнечные часы очень неточно показывают время в полночь. Очень плохо они показывают время в полночь. В связи с чем фараон может ошибиться и сказать так: «А, полночь уже была, прошло целых 3,5 секунды, а еще не было казни первенцев. На 3 секунды Акодыш Барагу позже привел казнь первенцев, чем обещал. Значит, у Всевышнего недостаточно сил, чтобы казнить первенцев ровно в полночь. Обещал в полночь, сделал на 1 секунду позже. Значит, Всевышний, он не всесильный». Из-за того, что может быть такое опасение, такая страшная вещь, это называется Хилуль Гашем, освящение имени Творца. Из-за этого Моше изменил то, что сказал Гашем, для того... Осквернение имени Творца, Хилуль Гашем, осквернение имени Творца. То поэтому Всевышний, Моше Рабейну изменил слова Всевышнего и сказал, что Всевышний сказал «около полуночи», несмотря на то, что Творец сказал «ровно в полночь». Так объясняет Раши. И Акодыш Барагу согласился с ним. Сваратова, хорошая логика, правильно Моше Рабейну сделал. Для того, чтобы фараон не мог ошибиться, не дать ему возможность ошибки, Моше сделал правильно. Моше вообще, в принципе, очень умный человек, Моше Рабейну, фантастический умный человек. Шломо Амелах, который просил мудрости у Всевышнего, сказано, что «Бекеш Кагелет льет кимойша», что Кагелет Шломо хотел, просил у Всевышнего дать ему мудрость, как у Моше Рабейну. И почти этой мудрости он достиг, чуть ниже. Моше был очень мудрый человек, самый мудрый из людей. Но! У меня есть одно маленькое «но». Он сделал хешбон, расчет, фантастически хороший расчет, и мы с вами его быстро поняли, этот расчет. Почему Всевышний сам не мог сделать этого расчета? Либи Омер, сердце мне подсказывает, что Всевышний, он не глупее даже, чем Моше Рабейну. Если Моше Рабейну, Басар Ведам, человек, сделанный из плоти и крови, мог сделать этот расчет, то Всевышний тоже мог сделать этот расчет. Всевышний согласился с тем, что Моше рассчитал правильно, но сам он сказал ровно в полночь. Бе хацот галайла. Почему он не сказал ке хацот? Кушья на поверхности. Трудность, которая бросается в глаза. Ответ на эту трудность дает человек по имени Аризаль. Я сам не очень большой специалист Бекетве Аризаль,
Я думаю, что не читал ни разу, может быть, один раз кто-то мне показал какое-то место или два, больше я не читал. Вот. Но это место Аризаля очень известное, оно всеми цитируется. Поэтому я тоже имею право его процитировать. Аризаль пишет о том, что Ам-Исраэль в Египте находился на 49-й ступени падения. Мы находились Батума. Тума, нечистота Египта, это нечистота, которая затмевала собой все, что мы можем себе представить. Само слово Египет, Мицраим, происходит от слова Мецер. Мецер – это границы, они были ограничены не только физически, безусловно, и физически тоже, но они были ограничены и не физически, а духовно тоже они были ограничены. Ограничены настолько, что ничего того, что называется Кадош, не могло попасть в Египет. И поэтому получилась такая ситуация, что когда фараон просит Моше, пойди и помолись о том, чтобы мы могли выйти, о том, чтобы убрать от меня какую-то из казней, то Моше отвечает, что я выйду из Египта и там буду молиться. И говорит Раши, молитва, которая сказана в Египте, она не могла дойти до Всевышнего. Это такая тума, такая нечистота, что азохан вейбекис. И вот Амисраэль находились в Египте такое количество лет, и рабство настолько усиливалось, настолько подавило всю душу, всю святость, которая была в Исраиле, что говорит Мидраш, и мы знаем этот Мидраш, это не Аризаль приводит Мидраш, это Мидраш известный, что Ам-Исраэль нарушали всю Тору за исключением нескольких вещей. Они соблюдали свои имена, свои одежды, не доносили друг на друга и соблюдали свой язык. Все остальное они потеряли к этому моменту. Весь свой ихуд, свое единство, свое. Свою народность, не знаю, как сказать. Это то, что у них оставалось. Все остальное они потеряли. Если бы они потеряли что-то еще, то, говорит Аризаль, они бы уже не могли подняться наверх и не могли подняться на 50-ю ступень к душе, святости и получить Тору, которую они получают через 49 дней после выхода из Египта на горе Синай. Каждый из дней они поднимались на одну ступеньку, и это дни Сфират Омера, и они дошли с расчета Омера, и до Шивота они дошли до 49-й ступени Тагары, чистоты, и получают Тору на горе Синай. И вот говорит Аризаль такую вещь, что если бы они остались еще на одну секунду после Хацота, то они бы опустились настолько низко, что подняться оттуда уже было бы невозможно. И поэтому Всевышний подчеркивает это, говоря «Бе Хацода Алайла» ровно в полночь, в самую последнюю секунду, которую это возможно, будет сказан первенцев, вы получите разрешение выйти из Египта. Таким образом, Всевышнему нужно было не для фараона. Фараону действительно правильно было изложить, что это произойдет около полуночи, потому что ему не обязательно понимать все детали, которые описаны в Торе. Но для нас с вами нужно знать, что если бы мы еще секунду оказались бы там, где мы, не дай бог, могли оказаться, не могли, то мы бы уже не могли выйти из Египта и не могли получить Тору. Поэтому Акодыш Барагу подчеркивает и говорит Моше «Бе Хацода Алайла». Когда Моше передает это фараону, он передает «Ке Хацода Алайла» около полуночи. Фараону не обязательно входить в эти дьюки, но нам с вами обязательно. И это то, что хотел подчеркнуть Акодыш Барагу, Всевышний, благословен будет он, когда сказал Моше слова «ровно в полночь». Это комментарий Аризаля, который очень много цитируется и очень много объясняется и так далее. Для того, чтобы немножечко понять, что такое тума Египта, я хочу отбросить нас с вами на несколько поколений назад, до того, как Моше Рабейну рождается, к первому еврею, который оказался в Египте. Как известно, этого еврея звали Йосеф, бен Иаков. Йосеф – сын Иакова, который, неважно нам сейчас, неважно входить во все детали, каким образом он оказался в Египте, те, кто захотят, могут быть, может, даже откроют Хумаш и прочитают, очень интересная история там, как он оказался в Египте, совершенно непонятная, продажа Йосефа в Египет. После этого Йосеф становится управляющим дома Потифара, после этого происходят еще некоторые события, Йосеф попадает в тюрьму, находится в тюрьме некоторое время, и вот фараону снится сон. Почти как у Татьяны, у Евгения Онегина, снился чудный сон Татьяне. Фараон тоже приснился сон, только ему он не понравился, он очень испугался. Фараон, ужаснувшись, пытается получить объяснение этого сна. Любой сон – не любой сон, не любой сон. Но бывают сны, которые являются 60-й частью пророчества, сны, в которых Акодыш Баругу открывает то, что произойдет, какую-то часть вещей, связанных с человеком или с разными людьми, и открывает это и показывает это. И вот сон, который снился фараону, принадлежал к таким снам. И фараон это понял, ему снилось два сна, и он на самом деле выяснил, что это один сон, один и тот же, и он приглашает всех своих хартумим, всех своих не знаю кого, для того, чтобы колдунов, мудрецов и так далее, разгадчиков снов.
И они все пытаются ему объяснить сон, говорят всякую чушь, пока не вспоминает один человек, что вот в тюрьме вместе со мной сидел Юсеф, он просто классно умеет разгадывать сны, просто палец устал показывать вот так вот. И берут, приводят Юсефа, Юсеф предстает перед фараоном и начинает ему объяснять сон. И фараон говорит: найдется ли еще человек, подобный Юсефу, на котором Руах Элоким, я хочу его назначить первым министром для того, чтобы он спас нас во время 7 лет голода, что во время, когда есть 7 лет сытости, он собирал урожай, а 7 лет голода пропитал весь Египет. Юсеф как бы не возражает совершенно против этого, даже странно подумать, почему. Вместо того, чтобы быть обычным заключенным зэком в тюрьме, он вдруг становится первым министром, Шенила Мелех, второй после царя. Он не возражает против этого, но были люди, которые, да, возражали. Были. Обычные дворцовые интриги. Пришли и сказали фараону, что вот ты знаешь, существует закон Египта, что человек, который заседает в министерстве египетском, он должен владеть 70 языками. 70 языков. Юсефу надо сделать экзамен, как он владеет 70 языками. На завтра назначен экзамен, фараон должен экзаменовать Юсефа лично, он тоже владел языками 70, полиглотом был, достаточно образованный, эрудированный человек. И он назначает на завтра экзамен. Выяснилось, что Юсеф к этому моменту вполне сносно владеет ивритом, лашон кодышем, извините, и научился с грехом пополам говорить на египетском языке. А с остальными языками у него полный завал. А завтра сессия. Знаете, был такой анекдот по поводу того, как из разных национальностей начали людей спрашивать, вот сколько тебе времени потребуется французу, спросили, чтобы выучить турецкий язык. Он сказал 2 года. Англичанин сказал 3 года. Спросили русского студента, он сказал, а когда сессия, когда сдавать? Так вот, у Юсефа сессия была на завтра. И он начал быстро-быстро учить языки. У него целая ночь впереди, можно подготовиться. Вы же тоже, наверное, готовились студентами за ночь к экзамену, ни разу до этого не открыв конспект. Он тоже начал готовиться. Но оказалось, что Юсеф абсолютно не способен выучить ни один язык никак. До тех пор, пока Всевышний не посылает Малах Гавриэля для того, чтобы учить языкам, но тоже безрезультатно. Малах Гавриэль тоже не справляется с работой. Он, кстати, очень приличный преподаватель был. Но с работой не справляется, Юсеф не в состоянии выучить языки. До тех пор, пока Всевышний не прибавляет к нему одну букву к его имени, и вместо Юсефа он становится Егосеф. В псалме, который мы читаем в Шахрис, в Йом-Хамиши, в Йом-Хамиши, это у нас четверг по-русски. В четверг, каждый день в Шахрисе читаются разные псалмы. В четверг мы читаем псалом, который говорит «Эдуд бе Егосеф, само бе цаасо аль эрец Мицраим». Свидетельство в Егосефе, когда его поставили при выходе из земли Египта. Егосеф назван вместо Иосефа Иосефом. В это время к его имени добавляется одна буква, буква «Гей». И вместо Иосефа он становится Иосефом, и первые две буквы его имени образуют имя Творца, которым сотворен этот мир. Всевышний творил мира тоже своими буквами. Цируф, Атиот, составление букв и разных имен составляют разные миры. Буква Гей составлен Алам Хазе, этот мир. Буква Юд соответствует, особенно Котшель Юд, верхняя точка Юда, соответствует будущему миру, миру грядущему Алам Аба, а буква Гей соответствует определенным проявлением в этом мире, очень высоким, дерегагав, но, тем не менее, проявлением в этом мире. Так вот, после того, как Юсеф получает эту букву, и эта буква с первой с буквой Юд составляет имя Всевышнего, после этого Юсеф может овладеть этими языками, и на завтра он приходит сдавать экзамен. Почему потребовалась еще одна буква? Почему потребовалось, чтобы в имени Юсефа содержалась буква Гей, имя Всевышнего? Потому что любой язык, шорош любого языка, корень любого языка – это корень какое-то направление тумы, нечистоты, которая существует в этом мире. 70 языков, 70 народов этого мира – это 70 проявлений тумы, которые есть в этом мире. Кроме лашон ха-кодеш, который проявление тагары, которая есть в этом мире, язык, на котором создан мир, в котором ха-кодеш Барух Ху творил мир. Это не иврит, это лашон кодеш, это не совсем одно и то же. Но похоже, но не одно и то же. И вот эти 70 направлений, 70 векторов, 70 – это 7 и 0. 7 – это 7 направлений, которые, возможно, включают центральное направление, 7 народов, которые населяли Эрец Исроэль, 7 медот, 7 сферот, 7 мер, которые проявляются Всевышний и так далее. 70 – это более высокое проявление этого мира, 7 раз по 10. И вот 70 языков, которые выучил Юсеф, он не мог выучить, поскольку Юсеф, он был коль-куло кадош, он был целиком кадош, состоял из гдуши, из святости.
Поэтому соприкоснуться и не повредиться к 70 народам, к 70 направлениям, через которые Всевышний направил различные виды тумы в этом мире, Юсеф не мог. Это его тумило, он был недостаточно кадош, чтобы это сделать. Он был кадош, но недостаточно. В тот момент, когда внутрь Юсефа вошло имя Творца, его душа поднялась на такой уровень, что все 70 сторон языков, они не могли ему причинить вреда, и Малах Гавриэль обучает Юсефа этим языкам. После этого Юсеф встает и идет на экзамен с утра к фараону. К трону фараона шло 70 ступенек, и на каждой ступеньке, когда Юсеф вставал на эту ступеньку, фараон задавал ему вопрос на одном из языков, и Юсеф давал просторный ответ на этот вопрос, и тогда он мог подняться на следующую ступеньку, и вот он подошел к трону самого фараона и сказал ему «Шалом алейхем мелех», «Лашон акодеш», «Здравствуй, царь». Фараон ему говорит «Чаво?». Был такой анекдот про урок английского языка в украинской школе по поводу того, как учительница задает вопрос Тимощенко «Do you speak English?» «Чаво?». Крикливенко «Do you speak English?» «Чаво?». Рабинович «Do you speak English?» «Yes, I do». «Чаво?». Так вот, фараон по окончании экзамена тоже спросил «Чаво?». И выяснилось, что фараон не знает Лошон ха-Кодеш. Тогда фараон просит у Юсефа обучить его этому языку, и Юсеф старательно выполняет распоряжение царя. Игра стоила свеч. Выяснилось, что фараон не может выучить Лошон ха-Кодеш. И фараон берет с Юсефа клятву о том, что ни один человек никогда не узнает о том, что фараон не смог одолеть Лошон ха-Кодеш, язык иврит. Возникает вопрос, чего боялся фараон? Вроде бы человек знает 70 языков, весьма эрудированный человек. Ну, не выучил он 71-го, ну... Ничего такого страшного. Фараон знал, что речь идет о том языке, на котором Всевышний творил мир. Языке, который называется язык Тагара Вэгдуша. И язык святости и чистоты. И если станет известно всему Египту, что фараон не знает этого, он ровно наоборот этому, то он боялся революции, просто его свергнут. Он боялся, что он потеряет свою власть. Слово «фараон паро» на иврите, на самом деле. Это имя, которое не встречается... От кама, что я знаю, насколько я знаю, есть слово «фараон», оно взято тоже из слова «паро». Это слово, которое не фигурирует нигде в литературе и так далее. Само понятие «паро» происходит, если мы его прочитаем слева направо, то получится буквы «пей», «рейш», справа налево я читаю, «пей», «рейш», «айн», «паро». Прочитанные слева направо эти буквы означают «орев». «Айн», «рейш», «пей» – это «орев». «Орев» – это затылок. То, что обратно лицу. Есть по ним и есть оров. Лицо и голова. Оров – это обратная часть. Часть тумы, часть сзаду. Так вот, паро – суть паро. Паро – это суть Египта. Это то, что находится сзади. Египет, суть Египта, проявляется в Мелех Мицраим, в царе Египта. Царь Египта – это тот, который весь целиком олицетворяет понятие нечистоты, отсутствие к душе. Обратная сторона к душе. Поэтому паро не мог выучить Лошон ха-Кодеш, в отличие от Юсефа, который не мог выучить никакие языки, по той же самой причине, только с точностью наоборот. И это то, что не устраивало Паро. Это то, что не устраивало Паро. Он не хотел, чтобы это стало известно. И вот Юсеф становится Шенила Мелах, но на примере этого я хотел разобрать, показать, что такое Мицраим, что такое нечистота Египта. И вот, говорит Аризаль, что если бы евреи еще секунду находились в этой нечистоте, то они бы упали настолько, что уже невозможно было бы падение, после этого падения невозможно было подъема, получения Торы, мы бы не смогли никогда стать Исраэль и получить даргу, которая называется Яшар-Кель, прямо ко Всевышнему. И это то, что сказано одной буквой, вместо буквы Кей, буква Каф, буква Бейт. Бе Хацот Галайла. Это не случится через секунду после Хацота. Это случится ровно в Хацот. Так объясняет это Аризаль. И, как я слышал от очень большого Талмид Хохама, Рав Мойше Шапира, сам я не видел это в книге Бааля Лешем, но он пишет, что Бааля Лешем, Макшит, ставит на Аризаля колоссальную кушью. И сейчас я хочу вас познакомить с этой кушьей. Я не знаю, хватит ли у меня времени дать ответ на эту кушью, но мы постараемся, тем не менее, это сделать. Бааль Алешем ставит такой вопрос. Он говорит, что нам надо обратиться к мидрашам и к истории, которая рассказывает об исходе евреев из Египта. Что говорит нам Сипур Ицеат Мицраим? Евреи находились в Египте 400 лет, начиная от рождения Ицхака.
Начиная с того момента, когда Яков спускается в Египет, они находились там 210 лет. После того, как умирает последний из сыновей Якова, из бне Якова, начинается как таковое рабство. С этого начинается книга Шмот, где сказано: «И встал новый царь в Египте, который делал вид, не знал Юсефа». И Рав и Шмуэль спорят, либо не знал действительно, либо делал вид, что не знает Юсефа. И с этого момента началась Авадат Перах. Рабство как таковое, строительство городов Питом и Рамсес. Я просто думаю, что вы об этом знаете, поэтому я галопом по Европе прохожу. Строительство городов Питом и Рамсес. Рабство, когда евреи обязаны были постоянно выходить на работу, чисто физическое рабство. Духовное рабство, когда они должны были строить города для службы Авойды Зойры. Рабство психологическое, когда они строили города, которые строились на болотах, и они тонули, эти города разрушались, им сизифов труд, им все равно надо было продолжать делать. Другой аспект психологического рабства: мужчины получали женскую работу, женщины мужскую работу, и так далее, и так далее. И после этого кульминационный момент, наверное, который совсем все знают, когда было сказано: давайте ухитримся против них, чтобы они не размножались, а то будет случиться война, они выйдут на стороне нашего противника, поубивают нас всех и уйдут из Египта. Самое страшное, чтобы боялись египтяне, что евреи уйдут из Египта. И давайте каждый мальчик, который будет отражаться, будет бросаться в реку, и каждая девочка, давайте ей жизнь. Первая экзейра была на то, что каждый еврейский мальчик, который рождается, будет бросаться в реку. Вторая экзейра, что даже египтянки, которые рожали детей, должны были бросить своих сыновей в реку и убивать, включая египтян. Потому что астрологи Хартумей Паро, астрологи фараона, сказали, что мы видим по звездам, что скоро родится ребенок, который выведет евреев из Египта, но мы не знаем, мы знаем одно, что он получит наказание через воду. И так действительно было, Моше Рабейну получил наказание через воду, Меймарева, но это случилось через много времени после этого. Но они видели, что он получит наказание через воду, поэтому надо бросать воду. Кто он? Еврей или египтянин, мы не знаем. И звезды об этом не говорят. Какая-то путаница получилась в звездах. Почему? Потому что Моше Рабейну был рожден еврейкой, Йохевед, и после этого принцесса Бася, Бат Паро, более египетского ничего представить невозможно, а египтянка, она выращивает его прямо во дворце у фараона, поэтому он превращается как бы по звездам, чуть-чуть египтянина, чуть-чуть еврея, они полностью запутались и не знали, кто он будет, поэтому была дана гзейра, распоряжение, в воду бросать всех мальчиков, и евреев, и неевреев. После этого, после того, как Моше брошен в воду, после этого пришли Хартумей Паро, Моше родился шестимесячным, недоношенным, шестимесячным ребенком, поэтому мама хранила его до 9 месяцев, никто не знал, что он родится. В 9 месяцев, когда стало известно, что Моше должен родиться, то мама уже больше не могла его хранить. Его кладут в специально сделанную такую лодочку, я не знаю, как это назвать, и пускают по реке, и дочка фараона, которая в это время пошла купаться, принимать микву, по некоторым мнениям, она спасает Моше, и после этого приходят Хартумей и Паро, звездочеты, и говорят, что звезды сказали, что тот, кто должен был вывести евреев из Египта, уже брошен в воду, поэтому можно отменять эту гзейру. Распоряжение отменено, и фараон разрешает спокойно выращивать Моше Рабейну, думая, что тот уже утонул. Моше Рабейну вырастает в доме у своей мамы до 2 лет, после этого его воспитывает дочь Паро, он был взят во дворец фараона и выращивается, и после этого идут старые гзейрот, которые были даны до этого еще. Какие гзейрот? Рабство. Египетское рабство, постоянная работа, включая шаббат, кроме колена Леви, которая отказалась работать в шаббат, им разрешили не работать, все остальные работают в шаббат. И вот Моше Рабейну убегает из Египта, я пропускаю всю эту историю, получает распоряжение вернуться в Мицраим и вывести евреев из Египта. Он приходит к Паро и говорит первую, вторую, третью фразу, и он объявляет, наконец, первую казнь, казнь крови, вторую казнь, казнь Сфардея, жаб, и так далее, и так далее. И эти казни длятся на протяжении очень длительного времени. Это не один день, не одну неделю. Каждая казнь занимала какое-то время. Между казнями тоже проходило какое-то время. Смахлоки сколько? 3 года, может быть. Это длилось очень долго. И за это время происходили много-много событий. В частности, после третьей казни, казни, которая называется Киним, приходят жрецы фараона и говорят фараону: «Эцба и Лакимьи» – это перст Всевышнего. Хватит сопротивляться. Это Акодыш Баругу. Оставь, дай им выйти из Египта.
После еще какой-то казни они говорят о том, что есть гашгаха протит. Мы видим, что животные, которые египетские животные, погибли во время града, еврейские животные не погибли во время града. Мы видим, что Акодыш Баругу по-разному влияет на разных людей. Есть гашгаха протит, частое влияние Всевышнего на этот мир. И так далее. Зачем нужны были эти казни? Все равно весь Египет умер потом. Все, буквально все, почти все, кто видели эти казни, погибают в море на седьмой день Пейсаха. Зачем Акодыш Баругу их так долго-долго мучил? Нужно было не для того, чтобы помучить египтян. Не это была цель Всевышнего. Нужно было, чтобы вы из этих казней были извлечены какие-то уроки. И Мидраш говорит, что египтяне, даже египтяне выучили какие-то уроки. Но основное, уроки выучил Амисраэль. Наши аватейны, наши отцы, которые были в Египте, после третьей казни увидели Эцбэ Лакимги, это перст Всевышнего. После этого на море, когда проявился Творец, они сказали Зекили. Зекили, вот это тот самый Творец, которого мы уже, проявление которого мы уже встречали. Ванвегу. И так далее. А Акодыш Баругу открылся Амисраэлю. Амисраэль после третьей казни увидел, что есть только Творец Эйн от Милвадо, нету никого, кроме него. После шестой казни увидел Гашгаху Протит, после десятой казни увидел еще что-то и так далее. После каждой из казней нам открывались какие-то глубины знаний о Творце и знаний о Торе. После того, как это произошло, мы приходим к той кушье, к той трудности, которая задается на Аризале. Еще раз напоминаю, это Бааля Лешем задает эту трудность на Аризале. Трудность такая, что получается, что каждая казнь поднимала Амисраэль на новый, более высокий духовный уровень. Получается, что с каждой казнью вектор был направлен вверх, а не вниз. Поэтому как можно сказать то, что сказал ты, Аризаль, что «Б» Хацот Галайла означает, что ровно в полночь, потому что еще секунды мы пойдем так низко, что нельзя будет больше подняться. И это непонятно, ведь вектор идет, мы видим из Мидрашим, из Гемарот, что вектор идет туда, а не туда. И это кушья, которую Бааля Лешем ставит на Аризале, и Микох этой кушьи из-за этой трудности, он пишет о том, что нету такого Аризаля, и это ошибка переписчика. Сойфер, который, переписчик, который это писал, он ошибся. Но Рав Мойше Шапира нашел два места, где Аризаль об этом пишет. Я не буду вам говорить книги, одну из них я помню, Беркат Авраам, но неважно сейчас. Он пишет, Аризаль об этом пишет, Мифураш, и это не ошибка, а кушья остается кушьей. И нам надо попытаться сейчас понять ответ на эту кушью, потому что, может быть, с этим ответом мы сумеем что-нибудь еще дополнительное понять. У меня осталось очень мало времени, но я постараюсь уложиться. Вернемся к самому началу того, как Моше Рабейну встретился со Всевышним. Назовем это так, я не знаю, как лучше подобрать. Моше Рабейну был пастухом у своего тестя Итро. И вот он увидел, как цон, какой-то там ягненок, я не знаю, овца, ягненок, убегает, гонится за ним и доходит до куста, который горит и не сгорает. И в этом месте ему открылся Творец Всевышний. И Моше Рабейну получает пророчество. Ему сказано, что ты должен пойти и вывести евреев из Египта. Говорит Моше, а как они мне поверят? Какой знак я им могу дать? Что вообще, о чем? Приду и скажу, давайте пошли ребята из Египта. Они засмеют меня. Всевышний дает ему два знака, чтобы Паро и Амисраэль поверили Моше. Первый знак – сунь руку за пазуху, Моше сует руку, теперь вынь ее, рука покрывается проказой. Теперь сунь руку обратно, Моше сует руку обратно, рука выздоравливает. Говорит, это знак, который показывает, что ты сказал Лошенгору на Амисраэль, что Амисраэль, дырные слова Амисраэль тебе не поверят, вот ты покрылся проказой, это один из знаков, который ты можешь им показать. Суешь руку туда – проказа, суешь обратно – выздоравливает. Второй знак. Что это у тебя в руке? Посох. Брось этот посох. Моше бросает посох. Посох обращается в змею. Моше испугался и бросился убегать от змеи. Всевышний ему говорит, остановись, протяни руку и ухвати змею за хвост. Моше Рабейну это делает, змея обратно обращается в посох. С помощью этого посоха говорит Всевышний, ты выведешь Амисраэль из Египта. Зео. Все. Два знака, которые он дал. Я хочу остановиться на таком не совсем понятном месте. Я не помню, я не настолько большой баки, не настолько большой знаток всего Хумаша, чтобы сейчас вспомнить наизусть его, но я не помню еще одно место, я помню, неважно сейчас какое, где было сказано, что Моше Рабейну испугался. Больше я таких мест не помню. И Мистабер из общих соображений, что если Тора
Таратейну Агдуша, подчеркивает, что Моше испугался, то это не означает, что он просто испугался змеи, испугался черепахи, там, летучей мышки, и убежал от нее быстренько. А потом Всевышний ему сказал: не надо, не трусь, схвати ее за хвост, ты справишься со змеей, Моше Рабейну справился. Чего испугался Моше Рабейну, алава шалом? Моше Рабейну, которого Всевышний посылает вывести весь Амисраэль из Египта, и он не боится идти к Паро, не боится ничего, он боится змею. Нахаш – это симан, знак того самого Нахаша Кадмони, первой змеи, Ецергоры, которая обращалась к Хаве и говорила поесть от дерева познания добра и зла. Посох, который бросается в Моше, бросает Моше, с которым Моше должен идти и выводить евреев из Египта, этот посох – это то средство, с помощью которого Исраиль должен выйти из Египта. Это средство обращается в Нахаш. Это средство обращается в Ецергору. Моше Рабейну в недоумении, он не понимает, что происходит. Слово «мате» – посох, на иврите это «мате». Вначале, что такое посох на русском? Для чего служит посох? Он служит для двух вещей. Посох служит для того, чтобы выпрямлять свои шаги, для того, чтобы человек не шатало, палочка, которую его поддерживает. И посох для пастуха служит для того, чтобы пасти, подгонять овец. Моше Рабейну – это пастух, который пасет сейчас стада своего тестя Итро, и Акодыш Баругу посылает его немножечко пасти Амисраэль, вывести его из Египта, направить, куда идти. Чем направить? Посохом. На иврите слово «мате» от слова «легатод», «гатая», «наклон», склонить чашу весов. 49-й ступени падения, где находится Амисраэль, наклонить их в нужную сторону. Каким образом это можно сделать? Что работает для этого наклона? Ецергара, Нахаш. Моше Рабейну в полном недоумении, он не понимает, как это может сработать. Как Ецергара может служить тем, что поможет ему вывести Амисраэль из Египта. Это испуг, который он сделал. Когда Моше Рабейну с Аароном приходят с этим посохом к Паро, то Паро, это был день рождения Паро, и Паро привык, что все приходят, его поздравляют, и Моше и Аарон тоже пришли для того, чтобы вроде как поздравить, так он понимает. Он доволен, принимает гостей, Ахнасат Архим, Агросер Митсу, большая Митсу, принять гостей. Приходят Моше и Аарон и говорят: товарищ Паро, отпусти народ мой, он будет мне служить. Так ко амар Гашем, так сказал Гашем. Паро – это тот человек, который сам себя объявил Богом, сказал: Нил – это божество, а я его создал. Я такое же божество, вместе с Нилом я божество. И тут вдруг приходит какой-то Моше с Аароном и говорят о том, что Гашем что-то такое говорил. Что отвечает Паро? Я не знаю, кто такой Гашем. Израиль не отпущу, мой питом. Чего вдруг? Моше, Аарон бросает посох, и посох превращается в змею. Хартумей Паро. Служители Паро делают то же самое. Они бросают каждый свой посох, и посох превращается в змею. Говорит Паро: вы собираетесь прийти сюда, в Египет, чтобы обучать здесь колдовству? Вы, ребята, белины объелись, вы немножко не туда попали. Посох Аарона превращается обратно в посох, и после этого проглатывает тех змей, которые создали Хартуме и Паро. То история абсолютно непонятная, но хотя бы символику этой истории мы можем каким-то образом попытаться объяснить и понять. До того, как мы это сделаем, я хочу еще одну вещь рассказать, поскольку время поджимает. Евреи выходят из Египта. Произошла казнь первенцев. Паро лично бежит к Моше и Аарону и говорит, что немедленно, сейчас, сию минуту выходите из Египта. Вот сейчас прямо вы должны броситься из Египта. Они ему говорят: нет, мы подождем до утра. Он говорит: мияд, сейчас же выходите из Египта. Весь Египет умирает. Моше и Аарон собирают Амисраэль и не сразу же, а только утром выходят из Египта, но выходят. Проходит трое суток. Трое суток, весь Египет, всего вот сейчас, во время казни первенцев, весь Египет бросается к Паро и кричит: все, выгоняй из Египта, к чертовой бабушке, мы не можем, помираем, весь Египет мытим. Прошло трое суток, евреи идут по пустыне, Всевышний их повел довольно сложным окольным путем, неважно, у него были свои причины, чтобы не повезти сразу через те народы, которые могут с ними воевать, и, наконец, они доходят до моря, Ям-Суф. И сказали фараону: пришли евреи и остановились у Ям-Суф, напротив идола, который называется Бааль-Цафон. Что делает фараон? Он лично запрягает колесницу. Все египтяне, все, от мала до велика, кто только может, схватив с собой все золото, потому что они боялись его оставить в Египте, потому что без охраны, все бросаются за евреями для того, чтобы догнать евреев и вернуть их обратно. Шлемазло, что вы делаете? Три дня назад вы умирали все. Сейчас они наконец ушли, вы умоляли их уйти.
Что вам не хватает для полного счастья? Ушли уже, они где-то там. Для чего вы бросаетесь обратно? Что происходит? Дальше. Амисраэль в ужасе. Все. Сзади египтяне, спереди море, болото. Куда идти, куда деться? Всевышний говорит, идите через море. У них спор, они боятся двинуться в море, плавать не умеют. Я не знаю, что переплыть в море, боятся каких-то жалких там 10 километров плавь, они боятся переплыть с детьми, с женщинами и так далее. Наконец, Нахшон Аминадав сходит в море, море расступается, он доходит до сюда, и Геомайма Данефиш. Вода дошла уже, все, умирает. Только в этот момент море расступается. Евреи с ужасом, со страхом идут через море. Что делают египтяне? Бросаются следом за ними. Море расступилось для нас, чтобы мы могли догнать евреев. Что вы делаете? У вас такая возможность от них избавиться? Нет. Откуда эти силы? Откуда это взялось? Это то, что боялся Моше Рабейну в истории, которая произошла с посохом. Есть Ецаргара. Ецаргара, которая работает совершенно по-разному. Но есть один вид Ецаргары, которого боялся Моше Рабейну. Какие бы чудеса Всевышний не объявил, что бы ни произошло, Дам, Цвардея, Кини, Моров, Макашхин, все что угодно, Хошах, Макат, Бакарот, все, что произошло, все 10 казней, когда Всевышний раскрылся так, как можно раскрыться, есть одна вещь, против которой воевать практически невозможно. Это та вещь, которую испугался Моше. Дегайну, а именно, во время, когда были казнены первенцы, одновременно с этим Гакодыш Барагу разрушил все здания идолов во всем Египте. Не осталось ничего для того, чтобы вся войда Зойра Египта была уничтожена, кроме одного – Бальцафона. Бальцафон Всевышний оставляет. Почему? Что такое Бальцафон? По законам Египта, раб, который добегал, убегал, беглый раб, который добегал до устья Нила, до этого места, муль Бальцафон, напротив Бальцафона, он получал свободу. Евреи, которые дошли до Бальцафона, весь народ получил закон свободы по египетским законам. Да, не знаю, зачем они сделали эти законы, вот так им хотелось. Для этого Всевышний оставляет этого идола, для того, чтобы Амисраэль Элфиши Татам, по мнению египтян, стал свободным народом. Что учат египтяне? Египтяне учат, Всевышний не смог Бальцафона разрушить. Он может все. Он показал себя, проявил себя так, что страшная вещь, перст Всевышнего, это Эцба Элакимгу. Но есть что-то одно, что он все-таки не до конца может. Бальцафон он все-таки не сможет разрушить. Какие бы проявления Творца в этом мире не были, как бы ни появился он сегодня, вчера и так далее, что бы ни произошло, всегда останется отговорка. А может быть, вот есть еще что-то, что он... Какая-то накуда, какая-то точка, которую Творец не может. Это Ецергора, которая находится в нас. Чем больше проявляется Творец, тем больше это накуда выходит на свободу. Тем больше эта точка выходит на свободу и начинает работать. Совершенно страшная точка, с которой бороться непонятно каким образом. И Моше Рабейну, ему дали посох. Посох, который мате, который может леатот. Нисим, которые произошли через этот посох, чудеса, которые произошли, они раскрывают Всевышнего не так, как чудеса Пурима, о котором мы говорили всего немного времени назад. Это не Нес Нистер, это не скрытое чудо. Пурим – это чудо, которое в сокрытии лица Всевышнего. Пейсах – это чудо, которое раскрыто, которое не подчинено законам природы, которое выходит за грани всего. Проявления Всевышнего такие, которых не было никогда больше. Поэтому в первой заповедь Торы звучит «Анахи Гашем Элокейха Ашер Гацаатиха Меэрец Мицраим» «Я Всевышний твой Бог, который вывел тебя из земли Египта». Это раскрытие равное практически творению мира. Во время творения мира Всевышний раскрылся и во время исхода из Египта. Примерно одинаково. Там Тойра, дарование Торы. Примерно одинаково. Поэтому Акодыш Баругу так проявляется в этом мире. И вот, что получается. Что даже после этого проявления, которое дается в частности через посох, через мате, даже после всего этого Моше видит, что остается накуда Ецарары, накуда Нахаша, сомнение, которое может быть, а вот да, он, конечно, выше, и все, а вдруг? И на это нет ответа. Как бы ты ни повернул это, что бы ты ни показал, всегда останется это «а вдруг?». И Моше Рабейну испугался. Как он может с этим бороться? И мы видим, что его страх был оправданный страх. Потому что, когда евреи выходят из Египта, и египтяне бросаются за ними, несмотря на то, что так логично понять, они уже все, оставьте их. Нет, море расступилось для нас. Бальцафон он все сделал. Цафун, спрятанный, скрытый. Есть какая-то скрытая где-то, накуда, с которой даже Всевышний не может справиться.
Это то, о чем говорили египтяне, это то, чего боялся Моше, что об этом заговорят евреи, и, честно говоря, сегодня говорят, регулярно и систематически. Ло алейну, не про нас будет сказано, но это... Я вспоминаю сейчас, у меня совсем мало времени, тогда я не буду вспоминать. И это то, что произошло с посохом Моше. Моше, который бросает посох, Осах обращается в Ецаргару. И он говорит, что с этой Ецаргарой я не знаю, как справиться. Все, что бы ни произошло, я не понимаю, что делать. Моше пытается убежать. Отвечает ему Всевышний, схвати ее за хвост. Даже этой Ецаргаре есть хвост, есть занав, есть конец. У нее есть конечная точка. Моше хватает за хвост, она как она произойдет, эта точка их весь, меня не надо спрашивать, я не знаю. Но Моше Рабейну было открыто, что даже этой Ецаргаре, которая называется Сафек, даже ей есть конец. Гемора в одном месте в трактате Хулин спрашивает, и в могиле тоже, Аман мина Тора минаин. Есть Эстер, упоминается в Торе, есть Мордехай, и есть Аман. Где Аман упомянут в Торе? Говорит Гемора, Гамин га эц газе амар гашем. От этого ли дерева, разве от этого дерева, сказал вам Всевышний, Гамин и Гаман, это одно и то же слово, не есть от него. Гаман, Гамин, это Сафек. Амалек, Багематрия, слово Амалек, Багематрия, Сафек. Есть Ецергора, которая называется Сафек. Вот это введение, сомнение, это Ецергора, которая самая трудная Ецергора, которая может быть в мире. И Моше Рабейну сказано, даже ей будет конец, схвати за хвост. Даже ее Тора ликвидирует, эту Ецергору. И вот, несмотря на то, что Амисраэль поднимался каждую секунду повыше, все выше и выше, и с каждой казни вектор шел кверху, и он поднимался все выше и выше по ступенькам, тем не менее, была одна накуда, что чем выше мы поднимемся, тем больше упадет Сафек, тем глубже ляжет сомнение. Что да, конечно, Всевышний открывается с самых невероятных высот, но может быть что-то, и вот это может быть что-то, если бы прошел Хацот Галайла, если бы прошла полночь, то это может быть упало бы на такую ступень, что Амисраэль уже был бы не в состоянии подняться отсюда. Так объясняет Рав Мойше Шапира, объясняет Кушью Лешема на Аризале. И таким образом получается, что несмотря на то, что вектор знания Всевышнего шел кверху, какая-то часть Ецергора шла к низу. Поскольку Ецергора работает не в одном векторе, а во многих, то поэтому мы можем понять это. Таким образом это раскрывает, почему я взял именно такую вот кушью, бакабола, которая вдруг... Поскольку на очень простом языке это объясняет нам, что такое Египет и что такое Яцият Мицраим. Секунда, которую они остались бы для того, чтобы спечь мацу, превратила бы эту мацу в хомец, и превратило бы выход из Египта в невозможное. Теперь, в следующий раз я хочу поговорить о хомице и маце уже немножко более продуктивно, но я думаю, что сегодня тоже то, что я рассказал, будет достаточно полезно. Готовьтесь к Пейсаху, убирайте хомец, и хорошего месяца, и Пейсах кошер в самых...